нахожусь в процессе получения политического убежища, но у меня еще не было интервью, и сейчас это занимает довольно длительный срок. А если я хочу переехать из штата в штат, мне обязательно переводить свой кейс из одного иммиграционного офиса этого штата в другой? Или я могу оставить свой кейс, например, во Флориде и переехать в Калифорнию? Смотрите, по правилам вы не просите перевести кейс из одного штата в другой, когда вы переезжаете. Вы просто сообщаете, вы обязаны предупредить, что вы переехали довольно быстро. Ну вот в течение где-то 10 дней, даже 5 дней. То есть вы должны, как только адрес поменяли, вы должны отправить смену адреса в тот офис, который получил ваши документы и рассматривает их. Они сами должны перевести ваш кейс в другой штат. По идее, если вы переехали, адрес не поменяли, то это просто на ваш риск. То есть, если у вас будет какая-то документация идти через DMV или какие-то кредиты, то в кредитной истории будет видно, что вы живете в другом месте. И тогда потенциально у вас могут быть проблемы, что вы не предупредили, что вы сменили место жительства. А кейс они должны перевести, но вы сами их не просите это делать. То есть вы просто им даете новый адрес, и по идее ваш кейс идет за вами. А насколько это увеличит или укоротит срок ожидания интервью? Не должно быть. Они смотрят дату, которую они получили ваши документы, и приоритет идет по этим датам. То есть, в принципе, это никак не повлияет на то, что мой кейс потеряют или еще. Я просто слышал такое, что теряют кейс и еще куда-то там они деваются. По идее, могут даже в собственном офисе потерять ваш кейс. Да. При желании. Вот. Но то есть вы просто не имеете выбора. То есть если вы переезжаете, вы по закону должны их предупредить о новом адресе. И дата должна оставаться, дата подачи – это ваш приоритет и ваше место в очереди. Вот, ну, бывает теряют документы при любых обстоятельствах. А если я переезжаю не перманентно на другой штат? А временно на пару месяцев или на полгода? Например, поучиться. По идее, вы можете не поменять. Если вы имеете кого-то, кто проверит ваш адрес. Ну, смотрите, по закону вы как бы должны их предупредить. Но если вы уехали временно, и вы не знаете насколько, и вы думаете вернуться обратно, то, по идее, вы можете не поменять. То я бы, наверное, не поменяла бы тогда. Но я же буду пользоваться кредитом. Я знаю, но вы на пару месяцев как бы уехали, постоянным адресом остался тот адрес.